есть на чемпионате Европы. Да, парадоксальные, конечно, вещи зачастую с этими результатами, с этими цифрами. Ну что, а теперь Тамара Кац, 18-летняя фигуристка из Израиля. Очень аккуратно. Ее короткая программа под знаменитую музыку Малагуэна. Ай, прыжок дороги. Волчок. Очень интересная позиция рук. Два слоя наоборот, двойная акция. Очень неплохо. Неплохо для 18-летней дебютантки чемпионата Европы. Правда, она один раз выступала в мировом первенстве, но как выступала? Не прошла квалификацию. 18-я была в квалификации. В 2005 году как раз это было в Москве. Она родилась в Далласе, в США. И там же тренируется. Тренируется не абы у кого, а у железной леди фигурного катания, как когда-то называли Галину Змеевскую, которая воспитала огромное количество замечательных фигуристов, замечательных одиночников. Очень легкое исполнение сложных прыжков, очень уверенно, я бы сказал, без особого вида волнений. Да, ну здесь чуть-чуть, но все равно приземление четкое было. Спинная защита, прыжок с помарки на защиту, конечно. Она показывает различные залы. Девушка, похожая на литовскую фигуристку Руту Гаю Скайте. Скорее всего, это она и есть. Аксель двойной. Чисто, да? Чисто, ставит хороший, конечек. Да, важно, что уверенность. Очень уверенный заход, сам прыжок весь. То есть здесь все компоненты прыжка, слушай, очень уверенно смотрит. У нее неплохой результат был в этом сезоне. Она стала второй на традиционном, очень известном турнире в Загребе. Золотой пируэт, да. Это соревнование популярно, уже много десятилетий проводится соревнование в Золотой пируэт. Представляет она спортивный клуб города Митула.
Ну, вспомним вчерашнего парня из Израиля, тоже из Метулы. В общем, там такой большой спортивный центр в этом городе. Но еще раз повторим, что она все-таки живет и тренируется в США, в Нью-Джерси, штат Нью-Джерси. Хорошее катание продемонстрировала Тамара Кац. Оценки должны быть неплохие. Да, это мы оценки будут выше, наверное, тех участниц, которые перед ней катались. Ну, сейчас у Ирины Мовчан 41 балла, 42 сотых. Да, 28-18, конечно. Это ее личный рекорд в короткой программе. Мы видим вот эти буквы Personal Best справа. Она опережает почти на 6 баллов украинку Ирину Мовчан. Вот Галина Змеевская всегда очень такая, да, вдумчивая и сдержанная. Тут же разбор полетов. То, да, что же, да, это, да, правильно, да. Потому что...